В Березовке на территории частного подворья соседи заметили медведя. Косолапый заперт в клетке, на вид вполне здоров и полон сил. Он то и дело пытается выбраться на волю, грызет прутья и выдавливает крышу. Кто его хозяин, пока не ясно. Участок стоит на отшибе, и люди там постоянно не живут. Медведь с ошейников, на задних лапах он под 2 метра. Помимо него на территории содержатся собаки в вольерах. Дикие медведи в Березовском районе выходят к людям регулярно. Последний раз тревогу били у кафе «Ермак» на окраине поселка. Тогда Косолапова обезвредили прибывшие на место полицейские. Напомню, что новый закон об ответственном обращении с животными, вступивший в силу в 2020 году, запрещает держать медведей в неволе.